Хочу показать, как устроен туалет в Коломенском внутри. В общем, оно достойно того, чтобы увидеть. Сейчас открыто, наверное. Открыто. Смотрите. Ну, собственно, унитаз. Бумага. Урна. Сушилка для рук. Антисептик для рук. Справа мыло. Картина для красоты. Крючок. Это, так сказать, оборудование для посетителей. Ну, свет горит, да. Что-то типа вентиляции. Это что такое, я не знаю. Честно сказать, не знаю. Но судя по расположению, это значит для технического, так сказать, обслуживания. Так, что еще? Вот тут с правой стороны это явно какой-то пожарный датчик. А слева не знаю. Температура. Написано температура. На 30 градусов стоит. Что? Не знаю, что это такое. Вот, собственно, вот так вот. По-моему, очень даже пристойно. Регулярно убирают. Да, зеркало. Зеркало, картина. Меня вот это вот поразило. Так что вот. Вот так. Вот тут еще обогреватель внизу стоит. Вот, собственно говоря. Вот так вот выглядит все. Есть въезд для колясок. И дверь более широкая. Так что весьма, весьма пристойно и достойно. Так, я вышел, а потом пришло в голову зайти вот в этот туалет с пандусом, посмотреть, как, чем отличается. О, отличается, кстати, не зря зашел. Смотрите, во-первых, здесь есть столик пеленальный для детей и ручка. Или поручень, как сказать, ну для инвалидов, чтобы проще было вставать, садиться. А в остальном все, в общем, то же самое. Мыло, антисептик, работает вентиляция, шумит. Другой датчик конструкции, то же самое. Мыло. Ага, тут вот ёршик еще стоит. Предыдущего вроде не было, или я не обратил внимания. Картина другая с домиком Петра. А еще есть график уборки. О как, смотрите, как график уборки есть. Очень мелко, рукописно, с подписями. Не знаю. По дням уборка расписана. Вот так вот. Так что и телефон экстренно для звонка. Ну вот, вот, собственно, видите, по-другому устроено. Ну, тоже очень достойно.